из города Кустанай, Казахстан. Сейчас мы на школе Еноха, и я хочу поделиться со всеми вами своей радостью, которую я переживаю эти дни, эти непередаваемые ощущения любви Божией, которые изливаются на нас. Я к этому шла 18 лет. То, что я мечтала об этих днях, и чудным образом вот через 18 лет я переживаю эти нереальные вещи, любовь Отца Небесного, славы Божией, вот эта невесомость в руках любящего Отца, это непередаваемое ощущение, обновление изнутри, внешне, то, что переживаешь каждую минуту, каждую секунду. У меня не было такого 18 лет. Вы представляете, когда я познала Господа, у меня была такая жажда именно переживать Божью любовь. Но я этого не ощущала с такой мощной силой. Я действительно пережила сердце любящего Отца Небесного, насколько Он дорожит нами. Я пережила реально, что я действительно царская дочь, что я Его творение любящее. И все шаблоны, всякая ложь, которые давал мне дьявол эти годы, она просто рухнула, понимаете? Вот эти вот цепи, оковы, эти стены, они рухнули. Я получила свободу, я получила настолько переполнение любовью, и мне хочется, чтобы этой любовью были переполнены и мои близкие, и мое окружение, и каждый, кто приедет на эту школу. Я хочу пожелать, чтобы вы действительно вот ревновали попасть на школу Еноха. Оно изменит всю вашу жизнь. Оно, понимаете, принесет действительно мотивацию еще больше и больше познавать любовь Отца, Его радость, купаться в этой благодати, когда ты с Ним, это вообще, то есть жизнь меняется, вот круто. Я желаю вам всем действительно познать Бога живого, реального, любящего. Я хочу сказать, что до этого времени, особенно год, я переживала очень сильную боль. Моя жизнь просто была разрушена и морально, и физически. Просто я думала, что я умираю, и духовно умираю, и физически, и чудным образом я попала на эту школу, я просто возродилась, понимаете? Я родилась заново. Все, вот эта вот вся эта ложь, вся эта боль, вся эта тяжесть, вся эта горечь, обиды, непрощения, оно просто рухнуло. И я переполнена, я новая, понимаете? Я переполнена любовью настолько, настолько вот этой вот славой Божией. Я просто летаю, понимаете? Я не чувствовала ни рук, ни ног, когда я вот наполняла меня эта любовь. Это незабываемо. Для этого стоит жить и к этому стремиться.